Здравствуйте, меня зовут Цыганкова Екатерина, с вами креативное издание Fashion Concert, и сегодня мы находимся в баре «Мумитролль» на презентации клипа «Стерва» от группы «Крюгерс». Не так давно ребята взорвали хит-парады своей композицией «Ахую-охую». Что получится с этим треком? Посмотрим. Здравствуйте. Скажите, чего вы ожидаете от сегодняшнего вечера? Ну, ожидаю того, что он состоится, и я просто послушаю музыку вот так. То есть сегодня вы пришли просто так немного отдохнуть? Да, я просто не подозревал даже конкретно, что здесь будет происходить и как это все будет выглядеть. Я просто пришел послушать, да. А как решились? Вы хорошо знаете ребят или что вас подвигло на это? Ну да, мне позвонили и пригласили, я пришел. А вы знакомы с творчеством ребят? Я, честно, не очень. Вот сегодня ознакомлюсь. Ребята поют тоже, как и вы, о любви и о ревности, и обо всем этом. Скажите, пожалуйста, что в вашем понимании женская ревность? Ничего себе. Ну, это такой серьезный вопрос, так сразу. Ну, что ревность? Все знают, что такое ревность. Это как бы фишка в том, какие потом ситуации она за собой несет, эта ревность. Вот, и если это приводит к чему-то не очень хорошему, это плохо. Но это такие банальные вещи, вы задали такой вопрос, очень сильно глобальный, и мне кажется, об этом не стоит говорить. А можете немного рассказать о своем творчестве? Какие планы у вас на жизнь? Может быть, и творчество тоже? Мы как бы делаем альбом сейчас акустический, вот, и в ближайшем времени его выпустим. Вот, также сняли еще один клип, тоже он выйдет, конечно же, в ближайшем времени. Ну, что делаем, что-то новое. Не знаю. Спасибо большое. Специально для Fashion Concert у меня будет первый вопрос. Что вы ждете от сегодняшнего вечера? Ну, я жду таких эмоций, я жду мурашек по спине. Так будет, я никогда не ошибаюсь, да. Вы знакомы с творчеством ребят? Нет, еще сегодня впервые. Вот у них есть творчество, прекрасная песня, сегодня будет презентация «Стерва», а у вас есть песня «Ревность». Вы не находите, что немного схожи композиции, тематика где-то сближается? Просто это все очень жизненно. Каждая женщина и мужчина испытывают ревность. И поверьте, каждый человек знает, кто такие стервы, если мы говорим про Крюгер. То есть вы считаете, что женская ревность – это нормально? Я считаю, что ревность, если уж говорить обо мне, это сверхчувство, сверхэмоции. Это вот есть любовь, а есть сверхлюбовь, когда в ней есть ревность. Пусть она скрытая, тихая. Скрытая и тихая – это хорошая ревность, это положительная ревность. Когда агония, конечно, это разрушает. Поэтому, чтобы ревность была правильная, смотрите мой клип, слушайте песни. Вот так я себя продвинула сейчас. Спасибо большое. Скажите, почему же «Стерва»? А, все потому, что любую стерву порождает сам человек. И у каждого из нас есть и женское, и мужское. Поэтому, мне кажется, человек постоянно доминирует между стервой и порядочным человеком. Поэтому, блин, стерва, а почему нет? А еще какие есть варианты, почему? Просто стерва, вот и все. Как родилась композиция? Расскажите. Как обычно, с пьяну. Родилась композиция. В принципе, это все песни, все наши как бы какой-то жизненной истории. Поэтому я хочу. Где камера? Здесь? Я хочу именно конкретно этой стерве передать привет. Смотри, меня снимают, а ты не со мной. Ха, блин. То есть у вас есть девушка, которой вы и посвятили эту песню? Слава богу, ее уже нет. Ее уже нет, а почему так? Ну, потому что она стерва. Как ее можно? Уже нет в его жизни. Вот так вот не надо, она серый. А что в вашем понимании расставание? Это больно или это, ну, в порядке вещей? Расставания бывают разные. Расставание – это маленькая смерть. На самом деле расставание – это как что-то новое, новый путь в лучшее и в неизвестное. Вот что расставание. Расставание – это неплохо. Люди встречаются, расстаются, все же не постоянно. А как появилась ваша группа? Немножечко истории. Появилась наша группа как раз благодаря этой стерве. Спасибо тебе тоже за это большое. А как же песня «Ахую, охую» и все? Тоже стерве посвящается, то есть там целый цикл. То есть все композиции вы посвящаете одной девушке?
Нет, ни одной. Ну просто. Нет, там у нас. Троим или пятерым. Да, то есть у каждого по стерве точно в нашем коллективе найдется. Поэтому мы делим с ребятами. Получается, благодаря стервам родился наш коллектив. Мы делим с ребятами стерв. Расскажите, пожалуйста, вот мужская дружба, она помогает вам? Мужской дружбы, как и женской, не существует, не верю я в это. Почему? У нас все за деньги. Корыстный интерес. Мы алчные музыканты! Серьезно, я тебе хочу сказать, концерт вообще 250 рублей. Что планируете в будущем? Рожать детей. Это его будущее, как раз. Барабанок. А ваш? Мое будущее – это ближайший концерт. Я не смотрю так далеко. Я живу, постоянно жизнь сегодняшним днем. Поэтому это очень круто, то, что сейчас так произошло, и вы тут все вместе. И мы сыграем офигенный для вас концерт. Это наше будущее на сегодняшний день. А почему Крюгерс? Потому что это страшно, страшно, сексуально, демонично. И почему бы нет? Почему не Крюгерс? Вот Фредди Крюгер, вы имеете какое-то отношение? Знаете, у меня шляпа, у меня рукав, у меня только нету... железо, когтей, да. Но я думаю насчет леопардовых маникюров. Вот ахую, охую. А какие вы знаете еще восклицания? Вы хотите это услышать, да, прям в эфире? Пью, не пью. Да, сегодня буду или сегодня не буду, да, это в принципе у нас. Вот. Вы сейчас намекаете, вы меня сейчас за мной заигрываете, я не пойму. Нет, ни в коем случае. Просто спрашиваем, какие вы знаете междометия. Я не знаю. Насколько вы литературно подкованы? Нет, литературно подкованы – это Алексей. Тогда Алексей. Что? Я пропустил вопрос. Какие междометия вы знаете, кроме ахуй и охуй? Ахуй и охуй – наши самые любимые. А еще? Есть еще там одно слово, но его нельзя называть в эфире, потому что его запикают и нет смысла. Ахуй, да. И можно несколько слов, пожеланий для фэшн-концерта и всех, кто нас смотрит и слушает? Всем фэшн, для всем фэшн, нужно быть, как минимум, берите пример с нас, мы, в принципе, фэшн, мы похожи, мы соответствуем, отлично. Не стесняйтесь лосин, леопарда, не стесняйтесь себя эпатировать, не стесняйтесь вообще дарить людям радость. Когда вы офигенные фрики, когда на вас смотрят со стороны и улыбаются, или говорят, что вы полный идиот, отлично, значит, ваш фэшн работает. Спасибо большое.